привет! Баба Вера опять с вами. Как это я Элджея прозевала? Элджей, Ламборджини, бог ты мой! Что-то я пошла по машинам. То Кадиллак, то Феррари, то Ламборджини. Ну что, будем посмотрим, какое у него Ламборджини. Поехали! Ох, ребята дают. Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Я на Ламборгини кунтыш, кунтыш. Запиваешь на пустыне пустыш. Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Я не могу остановиться. Внутри меня живет убийца. Я схожу с ума от гонки с самим собой. Будто бы сатана, будто бы только боль. Я курю золото в жемчужном ожерелье. У меня тачек на каждый день недели. Я схожу с ума от гонки с самим собой. Будто бы сатана, будто бы только боль. Я на Ламборгини кунтыш, кунтыш. Запиваю шнапсом пустыш. Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Я на Ламборгини кунтыш, кунтыш. Запиваешь на псу пустыш. Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Я спасатель Малибу, бу. Прыгай на мне как батут, тут, тут, тут. Поиграем в игру, после которой никого не найдут. Я курю золото в жемчужном ожерелье. У меня тачек на каждый день неделя. Я схожу с ума от гонки с самим собой. Будто бы сатана, будто бы только боль. Стив Мэдден, Стив Мэдден, Стив. Ой, боже. Я на Ламборгини кунтыш, кунтыш. Запиваю шнапс, но пустыш. Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Маме должен быть лучше, лучше. А что мне еще остается? Красное на черном плохо видно. Не прочитаю. Ламборджини не вижу. И пошли буквы, и пошли. Ну что, ребята, я хочу сказать. О, бог ты мой, хочу сказать. Один перед одним хвастается своими тачками. Поют про тачки. Не, не только про тачки. Девки, чи как там, бабки, тачки. Охрененная жизнь такая в них. О, вот все их ценности, по-моему, вот так смотришь. Уже которые видео смотрю о тачках. Они хвастаются друг перед другом, у кого лучше тачка. О, да я их вижу, эти тачки, уже во сне. Никак не могу выбрать, какая лучше. Хотя мне какая разница, бабла у меня нет. Какая разница, и похер мне, какая тачка. Но дело в том, что тут есть, конечно, это. Можно модельки покупать. И внуки будут довольны, да? И будет куча разных тачек. Он же тоже не говорит, что это лично его. Он хвастается. А его или не его? Ну, я думаю, что его. А модельки внукам это идея собирать.
Ну, клип сам мне понравился. Такой вот трек кайфовый. Мне понравился. Вот я такой ненавязчивый вот слушала так вот. Приятно было слушать. О, абсолютно без понтов, хоть и Ламборджини. Так что, что я могу сказать? Это так, как личная история. Рассказала себе человек. Так что клип понравился. Вот тут уже зашел он мне. Да и тачка очень понравилась, если честно признаться. И вам, ребята, всем успехов. И чтобы каждому по Ламборджини. Что я могу сказать? Пока-пока. До новых встреч. Не забудьте подписываться, лайкать, нажимать на колокольчик. Баба Вера, 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 баба